Старый скупой мистер Скрудж давно не любил никого и ничего, кроме собственных денег. Он не понимал радости, которую другим приносили Рождество и Новый год. Поэтому в канун праздника старик отказался отпустить своего помощника с работы пораньше, который хотел купить подарок своему сыну. Мистер Скрудж даже отклонил приглашение своего племянника отпраздновать Рождество в кругу семьи, а также отказался пожертвовать деньги на помощь нуждающимся детям. Поздно вечером старик закрыл офис и отправился домой. И тут в его спальне начали происходить какие-то странности. Откуда-то подул ветер, загремел гром, и перед ним вдруг появился призрак его компаньона, который умер на прошлое Рождество. Мистер Скрудж был очень напуган и не понимал, что происходит. Дух сказал, что после смерти он был наказан за то, что при жизни не делал добро и не помогал людям. Он не хотел, чтобы та же участь постигла и старика. Поэтому он предупредил Скруджа, что вскоре его посетят три других призрака. После этих слов дух исчез. Старик сделал вид, что ничего не произошло. Но вскоре перед ним появился призрак ребенка. Мистер Скрудж был ошеломлен, потому что это был дух его прошлых лет. Призрак с помощью магии перенес их в прошлое. Старик увидел себя маленьким мальчиком в городке, где он родился и вырос. Он украшал новогоднюю елку, и ему было очень весело. Затем мистер Скрудж увидел себя в юности в день, когда он, полный восторга и надежд, делал предложение своей возлюбленной. После этого старик увидел себя повзрослевшим. Его жена плакала, а он не мог понять, почему она решила с ним расстаться. Дело в том, что Скрудж больше не уделял ей внимания, а думал только о деньгах. Старик не мог смотреть на такого себя и попросил призрака вернуть его обратно. В конце концов дух исчез, но вместо него появился другой призрак. Он перенес Скруджа в дом его помощника в канун нынешнего Рождества. За небогатым столом сидела вся семья. Старик был уверен, что все они ненавидят его, но он убедился, что это было не так. Помощник предложил тост за здоровье мистера Скруджа, и его жена очень охотно присоединилась к тосту. И тут старик заметил, что сын его помощника был болен. Скруджу стало жалко ребенка и стыдно за свое поведение. Далее призрак перенес старика в дом его племянника. Вся его семья радовалась празднику. И главное, они оставили место за столом для мистера Скруджа. Старик не ожидал увидеть такое. Он всегда думал, что вся семья ненавидит его. В конце концов, призрак исчез, но вместо него появился дух будущих лет. Он перенес мистера Скруджа на собственные похороны. Все говорили о том, что им стало легче, когда старик наконец-то умер. Лишь тогда он осознал, что за всю свою жизнь никому не принес добра. Затем Скрудж увидел своего помощника, который нес цветы на могилку своего сына. Старик не мог больше на это смотреть и попросил призрака вернуть его обратно. Третий дух исчез, а Скрудж снова оказался у себя дома. Старик окончательно решил измениться в лучшую сторону. К счастью, он обнаружил, что время вернулось на несколько часов назад. Мистер Скрудж решил не терять ни минуты. У него все еще было время все изменить. Старик искренне радовался приближающемуся Рождеству. Он послал самую дорогую и жирную индейку в дом своего помощника. Затем Скрудж отправил подарок сыну помощника и пожертвовал огромную сумму денег на благотворительность. После этого старик отправился праздновать Рождество к племяннику, где его радостно приняла вся семья. На следующий день, когда помощник Скруджа пришел на работу, он повысил ему жалование. Для его сына старик стал крестным отцом. Мистер Скрудж обеспечил мальчику самое лучшее лечение, и он продолжал радоваться здоровой жизни. С тех пор скупой старик стал самым добрым и щедрым человеком в городе и заслужил всеобщую любовь и уважение. Жила-была одна девочка. И были у нее такие красивые и длинные волосы, что все, кто видел ее, не могли отвести глаз. Пряди были такими светлыми, прямо золотыми, поэтому и называли ее Златовлаской. Несмотря на всю свою красоту, она была очень непослушной маленькой девочкой. Мама всегда разрешала ей гулять во дворе, но приказывала не ходить в лес за их домом.
Златовласке было очень интересно узнать, что же находится в том лесу. И вот пока матушка не видела, ушла она как-то из дома в лес. Долго гуляла девочка по лесу. То ягодку найдет, то цветочек красиво рассмотрит, то послушает, как птички поют. Так и заблудилась она в лесу. И вдруг увидела она необычный домик на полянке. Златовласка тихонько подошла к нему, обошла вокруг, но никого не увидела. Она постучала в дверь, но никто не ответил. Тогда она постучала сильнее, и дверь сама открылась. Златовласка осторожно вошла. В том домике жили три медведя. Один медведь был папа, большой, лохматый. Другой была мама медведица, она была поменьше. Третий был маленький медвежонок. Медведя не было дома, потому что они ушли гулять по лесу. Девочка вошла в комнату и увидела на столе три миски с кашей. Первая миска, самая большая, была папа медведя. Вторая миска, поменьше, была мама медведицы. А третья, самая маленькая, была медвежонка. Возле каждой миски лежала ложка. Большая, средняя и маленькая. Златовласка была так голодна, что сначала захотела поесть из большой миски. Она взяла самую большую ложку, набрала кашу, попробовала, но каша была слишком горячей. Потом она взяла среднюю ложку, набрала кашу, попробовала, но каша была слишком холодной. Наконец она взяла маленькую ложечку и попробовала кашу из маленькой миски. Эта каша была не горячей и не холодной в самый раз. И Златовласка съела всю кашу из маленькой миски. Наевшись, девочка захотела посидеть и увидела три стула возле печи. Один большой, другой поменьше, а третий совсем маленький, с красненькой подушечкой. Сначала она попыталась залезть на самый большой стул, но не смогла. Потом девочка попробовала сесть на средний стул, но он был очень жестким и неудобным. Наконец она села на самый маленький стульчик, и он оказался ей в самый раз. Стульчик так понравился Златовласке, что стала она качаться на нем. Стульчик затрещал, проломился, и она упала на пол. Девочка встала и пошла в другую комнату. Там стояли три кровати. Большая, средняя и маленькая. Сначала Златовласка забралась на первую кровать, но она была слишком высокой и жесткой. Легла на среднюю. Было слишком просторно и мягко. Девочка легла на третью, самую маленькую кровать. Она оказалась ей в самый раз. Златовласке было так удобно и уютно, что она быстро заснула. Девочка крепко спала, когда семья медведей вернулась домой. Медведи очень проголодались и сразу пошли к столу. Увидев свою миску, папа-медведь не на шутку разозлился. «Кто-то ел мою кашу!» – прорычал он. Мама-медведица также посмотрела в свою миску и зарычала не так громко. «Из моей миски тоже кто-то ел!» А медвежонок увидел свою пустую миску, громко заплакал. «Кто-то не просто поел из моей миски, он съел всю мою кашу!» Медведи учуяли что-то неладное, вышли из-за стола и начали осматриваться. Папа-медведь заметил, что кто-то подвинул его стул и зарычал страшным голосом. «Кто-то сидел на моем стуле!» Мама-медведица посмотрела на свой стул и пожаловалась. «Кто-то сидел и на моем стуле и сдвинул его с места!» И тут медвежонок взглянул на свой сломанный стульчик и снова громко заплакал. «Кто-то не просто сидел на моем стуле, а сломал его!» Все трое медведей осторожно пошли в спальню. «Кто-то лежал на моей кровати и смял ее!» Заревел папа-медведь страшным голосом. «И на моей кровати кто-то тоже лежал и помял ее!» Зарычала мама-медведица. Медвежонок взглянул на свою кроватку и снова заплакал. «Кто-то ложился и на мою кровать!» И тут он увидел девочку и запищал тонким голосом. «И до сих пор спит в ней!» Папа и мама-медведи подошли к кровати и увидели, что там спит маленькая девочка. Златовласка проснулась от плача медвежонка и сильно испугалась. Перед ней стояли три медведя.
Она мигом выскочила из дома и побежала, куда глаза глядят, не оглядываясь. Долго бежала девочка, сильно устала. И тут она увидела свою маму, которая искала в лесу свою пропавшую доченьку. С тех пор Златовласка всегда слушала свою маму и ничего не делала без ее разрешения. Она стала очень послушной, доброй и хорошей девочкой.